Реализацию, низкую реализацию всегда можно объяснять только тем, что в каком-то эпизоде игроку не хватает или концентрации, или квалификации. Больше никак. Как можно еще объяснять низкий уровень реализации? Причем это ответ касается универсальной любой команды и любого нападающего, который или не нападающего игрока группы атаки, который не забил момент. Ставлю тех форвардов, которые лучше готовы, которые лучше выглядят в тренировках. У нас всего их два, скажем так, поэтому пока на данном этапе доверяю Игнатию. Мы говорим про команду высокого уровня, и здесь вопрос не только Мирончука. Если бы был вопрос закрыть Мирончука и все, но есть еще Крыховик, есть Жоао Марио, футболисты, которые очень мобильные в середине поля и много получают мяч, поэтому вопрос именно закрыть только лишь Мирончука, он, наверное, так не стоял. Я не видел, надо смотреть эпизод с назначенным пенальти, но, скажем так, с моей позиции эпизод не выглядел настолько бесспорным, насколько быстро судья отреагировал и сразу поставил 11-метровый. Мы знали, что Локомотив много получает мяч между линией, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. То есть еще раз было указано на то, что мы должны были ее четче контролировать. Там, в зависимости от расположения мяча, это должен был делать или Могилевец, или Абельгард. Что касается болельщиков, всем огромное спасибо, кто пришел на матч. Болели, переживали, поддерживали с первой до последней минуты.